Здорово, чуваки! Конец недели. Это что значит? Значит, что у нас прошла пятница, а в пятницу у нас выходят все релизы. Это Майот, Обладает, Скриптонит. Короче, есть что послушать. Давайте заценим. Первый Обладает выпустил наконец-то свой альбом. Я думаю, он будет весь в дрил-стиле. Вот это американские каноны, все дела. Players Club называется трек. Альбом. 14 треков, все подписаны почему-то на английском языке. Россия! Вот, давайте в тупую, да, первый трек сразу слушаем. Blind Zone называется, погнали. Раз, два, три. Погнали. Сразу атмосфера дрил бита. Слышите? Папа. Мама. Че, начало такое долгое? Оба, давай, удивляй. Я много работал, я как Stone Island, но мне эти патчи. Мой круг очень узкий, круги под глазами, но в карманах пачки. Битос жирный. Это история в файлах. Я современный писатель. Знаю, как было на дне, я был глубоко, как спасатель. Облака подала, сука, на мне прилегла. Почему все решили, что я помню имена? Чтобы быть реальней вас, мне не нужен криминал. Мне не нужно продавать, ты не знаешь за меня. Ты не знаешь за меня. Делаю дела, но не на камеру, как блогеры. Бебес на мне, не на камеру, как блогеры. Вижу, ты из клуба, я помножился на копии. Со мной рядом бабки, я бабка. Как после ограбления банка. Заряжен как Драко. На блоке стреляй. Это круто. Диггери-диггери-ваглок. Со мной табей как Тампа. Я при как Флако. Собрал эти кольца как Соник. Кик пинает как Сокер. Пробелы, очень круто. Я еще не консоли. Надо мной долбанный купол CCTV на входе. Камера не распознает мой профиль. Я в слепой зоне. Я снова проснусь этой пушкой. Яма. Хочу, чтоб опы уснули. Вот интересно, что сейчас дальше будет. Либо припев какой-то, либо просто дроп. Я хочу, чтобы что-то разъебало прям. Давай. Просто оставил, да? Блин, жаль, я хотел, чтобы здесь какой-то хук запоминающий был, типа. Как старая, что он там делал, типа? Маленькая девочка, я дам ей опыта. Формула. Ну что-нибудь такое. Или алло. Ну, короче, что-то хук повторяющий, чтобы он запомнился. А тут просто как бы бит хуярит и все. Блин, обидно. Концовку чуть-чуть не доделал, мне кажется. Ну, хотя это же первый трек, он типа, наверное, репрезент, как обычно, сделал, да, для начала. Чё хочу сказать. Для России сейчас новинку, да, дрил. Но если Обла сделает следующий альбом опять в таком же стиле, да, весь дриловский, он, мне кажется, уже так не зайдет, потому что к тому времени, мне кажется, все переобуются и уже попробуют себя в этом стильке. Пока Обла прям вписывается в этот стиль, прям чувствуется его. Короче, трек крутой, обзор сделаем на месте, альбом, наверное, чуть позже. Вот, этому треку ставлю 9, потому что, ну, реально раскачал там. Вы слышали этот бас жирный? Ду-ду-ду-ду, блядь. Ну, дрил хули. Новый альбом Скриптонита, свистки. Гоним дальше. Майот, заправка Кит 2. Первая заправка Кит была хорошей. Много треков оттуда вылетело, да. Многие узнали, кто такой вообще Майот благодаря этому альбому. Считаю, сильный альбом. Вот. Что будет со вторым, посмотрим. Давайте любой трек сейчас мы заценим. Посмотрим, какой сейчас самый прослушиваемый здесь идет. Калека. Давайте послушаем Калека. Раз, два. Ой. Раз, два, три. Ух, басок, да? Прям буха. Ну, атмосфера уже майотовская чисто. Он калека. Показываю идею русского свега. Свега? Да, если ты у меня котлеты. Твои строчки неправда. Ну, свега, вот если честно, уже, блядь, слово года три не слышу. Как он играет голосом. Какой куплет короткий. Свега. Да, если ты у меня котлеты. Котлета? Неправда, будто про зубную фею. Гуляю по биту, как Ванина. На дуты не хуже. Вот такой стилёк, мне нравится его. Панчи, панч, вагина. Мой балбиту, свой рыта могила. В моём репертуаре быть
объебанный. Твои строчки воспринимаю с хохотом. Ниже, ниже пошел. Если кто не то, я беру ее за локон. Я съебал, ведь теперь он коллега. Прикольно, что он разнообразил. Показываю и для русского свега. Да, если ты у меня котлеты. Твои строчки неправда, будто про зубную фею. Я съебал, ведь теперь он коллега. Он коллега! Показываю и для русского свега. Да, если ты у меня котлеты. Твои строчки неправда, будто про зубную фею. Прикольно, здесь обыграли, прикольно. Все, да, на выход уже идет. Ну, понятненько, все понятненько. Ну чё, классический майот. Блин, тут та же проблема, мне кажется, то, что за последнее время майот выпустил столько материала, и что он может перегореть, потому что поначалу это было, вау, майот, нифига, что-то он как прикольно на ломаном так делает, хоп-хоп, голосом играет, то так, блин, прикольно что-то, давай-давай-давай, хоп-хоп, пошел, да, заметки, уже Будда, все вот это фидук, круто, он уже такой, знаете, перешел на уровень мейнстрим, и мне кажется, сейчас вот этот пик, когда, если он сейчас что-то не придумает новенькое, он пойдет вниз, поэтому, мне кажется, майот уже пора экспериментировать, ну, у него данных как бы достаточно, чтобы разгуляться и в поп, и в R&B, и во всю новую школу там, и даже в дрил, потому что вы вспомните, да, Лилия трек, что он там творил. Вот, поэтому, нет, трек хороший тоже для атмосферники такой, нужно послушать весь альбом, конечно. Может быть, я уже, знаете, типа, придираюсь по мелочи.